Thank you.
Панченко. За неделю до венца вечеринки прекращаются, сменяясь посиделками. По вечерам на закате солнца к одной из подруг сходятся остальные и отправляются к невесте. Невеста, как только подруги заведут песню, начинает Невеста уже без слов плачет, повиснув на шее какой-нибудь подружки. Девушки берут невесту под руки и ведут в дом. Thank you.
Следом за ними тянется несколько зрителей из мелкоты, особенно девчат. За несколько дней до венца в дом жениха доставляют невестино приданное. Везут подушки. Здесь и кровать с периной, одеялом, и зеркало, и сундук с платьем. Встречаем поезд подушечников у невестино двора. Поезд подкатился ко двору, у ворот встречают жданных гостей хлебом солью, выпускают во двор, и уж было приступаю, дай к сундуку. Но старшой, восседающий на сундуке, упрекает Сважку, а наши нарожи руки ему перевязать. Давайте плату, тогда и вяжите. Его спрашивают. После оживленного, ой, будто на ярмарке торга, в цене сошлись, и старшой дает себя перевязать. Приглашает за стол садиться, пошует обедом, а после песни пляски. Thank you.
Наталья Лебедева.
Mm-hmm.